День. Это наш видеоотчет о моем сыне, о нашем дистанционного сеанса выздоровления моего сына Айдоса. Огромное спасибо Давиду. Результат у нас очень отличный. У сына появился глазной контакт. Может долго смотреть в глаза, выполняет некоторые поручения, речь начал понимать. Дома он помогает выносить мусор, то, что съедает там яблоки или еще что-нибудь, кожуру, он сразу относит в мусорку, в урну сразу кидает. Далее, такие изменения. Он сам садится за стол, кушает. Дальше к нам приходит учительница на дому. И вот он, учительница пришла. Он ее встретил и забирает у нее сумку и относит в комнату. Ставит на стол и садится сам за стол. То есть, как будто я готов учиться. Вот. Начал сам бегать в туалет, проситься. Научился сам открывать дверь и закрывать дверь на щелчок. То есть наружную дверь. Также такие улучшения. Мы летом, когда ходили в бассейн, он всегда, как мы заходили в бассейн, он сразу забегал, там без очереди, без ничего, сразу же забегал, плакал, нервничал, забегал сразу в раздевалку. А вот мы недавно, после последнего сеанса с Давидом, мы пошли в бассейн, он спокойно стоял со мной в очереди, ждал, когда нам дадут билет, и затем только зашли с ним бассейн. То есть нет такого, что он хныкал, нервничал, такого не было. Также вот такой был у нас медосмотр, надо было проходить. И нам сказали, что нужно снять ему грудную клетку, флюорографию надо пройти. А так он сам боится, вообще врачи боится. И мы пошли, он увидел врача, начал плакать, как всегда истерить. Я его обняла и просто сказала: «Айдос, давай вот сюда сейчас встанем, сфотографировать тебя, и мы пойдем домой. Больше тебя никто не будет трогать». Он на меня посмотрел, тихонько встал, и сняли его грудную клетку. И мы оделись и ушли. Вот. Для нас это был вообще шок. Мы аж удивились с мужем. Дальше. Мы часто вызываем такси. Обычно он садился и сразу на заднее сиденье, сразу вот где сядет, и там садился. Все, не двигался. То есть, когда говоришь ему двинься, он не двигается. В последнее время он, вот после последнего сеанса, мы вот когда он садится на такси, он, то есть, дальше, на заднее сиденье, дальше проходит, чтобы мы сели. И когда говоришь ему: «Айдос, подвинься», он двигается с места. Вот тоже такое улучшение. Потом, что еще у нас? Начал засыпать. Очень хорошо, сразу ложимся, одевает, приносит пижаму, говоришь. Когда он сам хочет спать, он приносит пижаму, помогает застилать кровать и приносит покрывало, все это, и ложится спать. Дальше. Он давно не замечал снег, вообще ему было безразлично, что на улице, дождь или снег. Сейчас он начал удивляться снегу, разглядывать его, ходить по сугробам.
трогать руками. То есть появился интерес к снегу. Также дождь, когда идет, любит по лужам ходить, радуется прям. Вот, вот такие у нас изменения. Начал что-то выговаривать, ну, такие слова, некоторые слова. Кто там? Такие слова говорит, и все. Ну, надеюсь, в будущем верим, надеемся с помощью нашего исцелителя Давида мой сын заговорит и будет нормальным, полноценным человеком. Спасибо за внимание.